Друзья мои, всем добрый день. Сегодня 20 декабря. 10 дней осталось до Нового года. И посмотрите, какая погода стоит в Ленинградской области. И днем, и ночью плюс 2. Снега нет. Настроение, конечно, соответственно, не очень. Хочется все-таки зимы, чтобы снег был на Новый год. Но, не знаю, вряд ли что-то у нас получится. Но мы будем понимать свое настроение покупочками, друзья мои. На этой неделе мы были в Эстонии. 2 дня ездили в спа-отель. Там тоже скидки большие, как и вот на такой новогодний товар. У них 20, с 24 на 25 Рождество, и поэтому уже вот мы были понедельник, вторник, и огромные скидки на новогодний товар. Вот посмотрите, какого мы купили шикарного Санта-Клауса. Вот, больше 60% скидки на него было. Огромный красавчик. Конечно, это не Дед Мороз, но я думаю, что сойдет он за Дед Мороза. Вот. Вот такой вот огромный красавец. Мешок с подарками. Борода из ваты. В общем, обошелся он нам где-то в 1400. Ну, я считаю, что это очень хорошая цена. Вот. Завтра мы идем за елкой. Здесь на веранде будем устанавливать елочку. И потом я вам все покажу. Вот такой набор игрушек новогодних, елочных. 42 штуки, друзья мои, стоят в районе 600 рублей. Ну, тоже скидка 50% на них. Вот. Вот такая звезда на верхушечку. И вот такие вот 12 шариков. Тоже где-то порядка 500 рублей. Вот, красивые шары. Ну, потом все посмотрим, как это будет выглядеть на елке. Вот с таким Дед Морозиком. Также гирлянды. 180 лампочек. Тоже где-то стоит в районе 600 рублей. 13 метров, друзья мои, гирлянда. Вот. Ну, хорошо так, хорошо. И вот у меня сломался. Вот купили вот такой вот. Это называется, друзья мои, адвентовский подсвечник. А то есть, вот там, конечно, в Эстонии в каждом окне стоит такой подсвечник. Но я думаю, что не только в Эстонии. А вот во всех странах, кто отмечает Рождество 25 числа, вот у них как-то вот эти подсвечники стоят. Это как называется, предрождественские подсвечники. Ставят их на окна и ждут Рождество. Ну вот, также, опять же, хлопковые салфетки с полотенчиками, тоже очень недорого. 35 рублей, 50 рублей. Вот, всегда в хозяйстве пригодится, прикупила. Также, друзья мои, соблазнилась вот на такие орхидейки. Вы посмотрите, какая прелесть орхидейка. Вот, стоила она 350 рублей на наши деньги, на нее тоже была скидка, но, сами понимаете, не взять было просто невозможно. Вот, вот эту орхидею я тогда привезла с Финляндии. Она стоила в районе 500 рублей. Не знаю, что-то вот в последнее время мне нравятся почему-то вот такие вот мелкие орхидейки. Посмотрим, как она распустится, выживет она у меня или нет. Я пока с этим очень, так сказать, тоже особо не знакома. Но вот разбираюсь. Вот с ними, как это все будет. Вот такая вот красавица. Ну, как же не зайти в Калиф и не купить этот сладостей на Новый год. Очень предпочитают начинки, знаете, из марципана. Из марципана. Многие девчонки попробовали. Отправила я. И пралины. Пралины — это тоже ореховая начинка. Вот такие орехи. И шоколад с клюквой. Ну и прихватила на праздник, конечно, вот Ванна Таллин. Ликер. Вкуснятинка. Чуть-чуть иногда в кофеек. Не часто, друзья мои. Так, еще в этот раз были хорошие скидки на колбасы у них. Акции, не скидки, а акции, друзья мои. Вот я прихватила вот такую колбасу на пробу. Значит, это колбаса из
из мяса высокого качества, добытое путем охоты в дикой природе. Дичь, друзья мои. Вкус дичи, значит, придает рацион питания лесным животным. В общем, короче, из мяса диких животных, обладает уникальным вкусом. Вот это из мяса, а вот это прям, друзья мои, из кабана. Ну, в общем-то, стоило это довольно-таки недорого. Конечно, нужно было попробовать вот это два кусочка. Они, один, по-моему, 250 рублей какой-то, второй 300 рублей. Ну вот, на праздничный стол будем пробовать. Ну, остальное там продукты, что мы покупали, я оставлю скидочку. Я уже показывала, что мы там берем молочку. Вот. Ну и все, пожалуй, да. И сыры. А вот, еще, конечно, я там, друзья мои, походила, поснимала ценники в продуктовом магазине, но оказалось, что этого делать нельзя. Но кое-какой фильм на 10 минуток, может, не очень качественный, я сняла. Если кого-то интересует, я, конечно, могу выложить этот фильм. Про ценники, какие у нас в Эстонии, в бывшей Советской Республике. Сейчас, значит, она входит в состав Евросоюза. Если интересно, могу выложить, пишите в комментариях. Ну вот, такие мы покупки сделали. В общем-то, улучшаем как-то себе настроение не особо новогоднее. Вот, еще сейчас покажу кое-что. Друзья мои, вот получила тоже посылку от Наташи Скирешей. Наталья, спасибо огромное. Наталья присылала где-то, наверное, недели три назад, прислала мне семена. Я их рассылала огородникам, которые как бы просили об этом, о помощи с семенами. Наташа так прислала посылку с семенами на полкило. В общем, огромное ей спасибо. Спасибо и огромное от тех людей, которые уже получили семена. И вот следом Наталья прислала и мне посылочку. Вот. Которая, знаете, была такая тоже с такой любовью собрана. И вот чувствуется, что в посылку просто вложена душа. Наташенька, спасибо тебе огромное. Просто вот очень было приятно. Вот, вот такой вот кремушек для рук дневной, ночной. Вот такой вот лесные ягоды напиток, натуральный продукт. Крымские. Ну, куда же мы без шоколада? Видимо, ручной работы для душевных праздников. Золотая марка. Ну и семена. Вот, видимо, Наташенька сажает вот такой вот перец сладкий вельможа. Вот такой. Сочетание ранней спелости, крупных плодов, высокой урожайности. Ну, видимо, сажает и ей нравится. Поэтому вот, конечно, я тоже обязательно посажу. Ну и цветочки. Лобелия плетистая, фонтан-смесь. Смотрите, какая красота. И петуни, наши любимые петушки. Фламбер, фламбе, крупноцветковая. Шарм и галактика. Обязательно все посажу. Наташенька, спасибо большое. Ну вот, друзья мои, вот так вот, наверное, я немножечко вам настроение-то и приподняла, я думаю. Ну, у меня оно всегда хорошее, даже несмотря на такую погоду. Спасибо, что были со мной, друзья мои. Заходите. Всего вам хорошего.